загадку знаете. Шел Кондрат в Ленинград, а навстречу 12 ребят. У каждого по три лукошка, в каждом лукошке кошка и так далее. И задумался старый Кондрат, сколько мышатых котят ребята несут в Ленинград. В адаптированном для Израиля варианте это должно звучать так. Шел себе Хаим в Иерушалаим. Глядит, навстречу Арон спешит Рамат Ашарон. А с ним живой уголок. Две кошки, индюк, носорог, 133 крокодила, все как один из Нила, 24 верблюда, точно не знаю откуда, лошадь, индийский слон, и всех погоняет Арон. Дальше шло самое трудное. Разгадка у Корнея Ивановича такая. Глупый, глупый Кондрат. Он один и шагал в Ленинград. А ребята с лукошками, с мышами и кошками шли навстречу ему в Кострому. Как перевести, как адаптировать глупый? Глупый еврей, такое сочетание не существует. Он может быть хитрый, злой, он может быть жадный, но глупый не бывает. Я считаю, что я выкрутился с почета. Так, а где же это место? Спасибо. Ах, какой невнимательный Хай. Это самое... А, вот, я пропустил еще одно место. Значит, когда всех погоняет Арон, вот тогда и сказал себе Хаим, ну и сколько же в Иерушалаим провожает зверей этот старый еврей? Ну-ка, Хаим, давай сосчитаем. И теперь идет отгадка. Вместо глупый он у меня стал невнимательным. Ах, какой невнимательный Хаим! Это сам он шагал, это сам он шел в Иерушалаим. А живой уголок и Арон шли навстречу в Рамат Ашарон.